посмотрим ютубчик. Тем более мама не видит. Никита, стой, закажи мне, пожалуйста, пенал, мышку, компьютер и тетрадку. Пожалуйста. Наконец-то эти уроки исчезли. Солнышко, но еще ничего не видно. Как начинается обычный у человека день? Застелить постель. Не, делай зарядку, пока я застилаю постель. И пришло время почистить зубы. Открываем ящик. Не то. О, нет, пусто, не нашел, Никита. Надо по аирдропу заказать. Так, заказывай, какую ты хочешь. Такую. Такую. Окей, мне. Вот такую. Опа, поймал свою. Так, и я поймаю. Опа, есть. И пасту надо. А! Где моя? Моя вот эта. Ребята, как затроллить маму? Мама подумает, что вы не чистите зубы. Берете пасту, жмакаете и надуваете. Вот, полная бутылочка. Не надо сдувать. Маму затроллили. О, что-то я голодный. Посмотрим, что у нас поесть. Вау! Нам передали по аирдропу. Так, тебе. Ну, вкусно. Дай попробуй. Надо заливать или не надо? Желтиться надо, торопись. Что делать, если нет стакана? Доедаем. Надо, чтобы была чистая тарелка. И выливаем. И не нужен никакой либо стакан. А теперь вот так и пьем. Чисто морской завтрак. Я уже доел. Так, чем я буду заниматься? До уроков еще полчаса. Ну, конечно же, посмотрим ютубчик. Тем более, мама не видит. Так, где у нас ютубчик? Зашел. Так, теперь пишем. Подписаться. Заходим за аккаунт. Ага, вот оно, кто не подписался. Подпишись на канал. Так, подписались. Так-то лучше. Теперь у меня есть еще один подписчик. Это ты. Так, какой выпуск? Хорошая у меня серия, но уже таймер. Пора учиться. Никита, стой, закажи мне, пожалуйста, пенал, мышку, компьютер и тетрадку. Пожалуйста. Все, закажи. Тем временем все сказал уже. Спасибо. Вау, вот это ты заказал. Сколько там денежек надо? 12.
О, хорошая сумма 12 гривен. И не халява. Сначала разговариваем про игры. Пока не начался урок. О, урок начинается. Hello, мисс Диана. Закончу уроки и потом увидимся. Наконец-то эти уроки сейчас. Сегодня мы учили римские цифры. Вот я сделал. И по арту я нарисовал змею с помощью руки. Вот. Кстати, в одной из серий я вам покажу, как делать из рук там всяких животных. Например, вот так змея, вот голова, вот она со спиралькой, и вот хвост, как у меня получилось. Ребята, я сейчас загадаю загадку, покажу в крокодиле. А вы должны отгадать, что я показываю, и будет приятным подарок тот, кто догадает. Свои ответы пишите в Инстаграме. Ребята, показываю загадку. Кстати, подсказка – это песня. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Throw me the ball, cause I'm a hard hitter. Что я показал? Ребята, кто отгадывает, приятный сюрприз. Ну, отгадывай в Инстаграм. День подходит к концу. Поставь лайк и нажми на колокольчик. Но про подписаться я вам говорил уже. Помните, у вас горит она красная. Вот вы тихо мышкой на компьютере или пальцем подкрадываетесь и нажимаете. Всем пока-пока! С вами был Тимми Три Восьмерки и Ники Три Восьмерки. Эй, друг, не уходи. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои серии. До новых встреч!